Надеюсь, это визит вежливости. Ага. Зашел вежливо попросить у тебя одолжить мне немного частиц пива. Хочу уменьшить один оксидант. В таком случае тебе потребуется проникнуть на секретную базу АИМ. Приходилось слышать о Меридиане? Проникнуть туда будет непросто. Это место серьезно охраняется. Вдова? Должна сказать, когда ты злишься, речи у тебя выходят особенно вдохновляющими. Слушай, Над, мы вели себя как идиоты. Хоть я и люблю слушать, как ты корчишься от стыда, мне кажется, нас ждут дела. Я могу провести нас у Меридиан. Нас? Мы же все заодно, нет? У нас мало времени. Когда меня арестовали, а им конфисковали все мои исследования, они пока не разобрались, как использовать мои частицы, но наверняка держат их под надежной охраной. Так, на базу Меридиан проникнуть не так уж и просто. Думаю, лучшим вариантом будет захватить один из поездов гиперцепи и добраться на нем до самого сердца базы. Я могу взломать систему управления поездами, но это поставит под удар муравейник. Воим смогут определить наше местоположение. Придется вам действовать быстро. Значит, просто возьмем и ворвемся на эту базу. Отлично. Я предпочитаю идти напрямую. За все время работы под прикрытием Воим мне ничего не удалось выяснить о базе Меридиан. Но, Над, значит, сейчас выяснишь. Загружаю координаты входа на станцию гиперцепи. Выдвигаемся. А сколько у АИМ суперсекретных исследовательских... Слишком много. Но Меридиан одна... Главных после него. Не страшно испытывать изобретение Пима на своей броне? Хэнк умный мужик, но частицы Пима стабильностью никогда не отличались. Если он их обуздал, нам очень повезло, так что держим кулачки. Вы же знаете, что я вас слышу. Черт, Над, опять! Прости, меняем канал. Пока-пока! Вот и станция. Она защищена силовым полем. Выведите из строя источник питания, тогда я смогу взломать систему и вызвать вам поезд. Ясно.
продали технику АИМ. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Черт, плохо дело. Ты меня пугаешь. У них тут серьезная защита. Потребуется больше времени. Ясно. Нам надо попасть на бой. Вошел в систему. Поезд ждет, но теперь все враги в округе знают, что мы здесь. Разберемся. Чух-чух! Посадка заканчивается. Тони, серьезно? Проверка безопасности пройдена, доктор Белова. Прошу, займите удобное место. Белова? Мой старый псевдоним. Проклятье! А им уже возле муравейника. Образец частиц нужен нам как можно скорее. Похоже, время вышло, Хэнк. Еще нет! Мы почти на месте. Осталось заполучить то, зачем явились. Это Меридиан. Боже мой, смотрю, эти воим без дела не сидят. Фиксирую излучение частиц Пима в центре базы. Высылаю координаты. Вот за что я люблю тебя, да. Проклятье! Мстители, у нас проблема! Похоже, АИМ выследил адрес, с которого я взломал их системы. Мне поступают тревожные сигналы с периметра вокруг муравейника. Добывайте этот образец и возвращайтесь как можно скорее.
добраться до вас. Минутку. Кажется, у меня есть идея. Рядом расположен ящик с оборудованием. Я собой доволен. Моргни. Член сопротивления попал в беду. Ему нужна ваша помощь. Тео, одного из моих оперативников. Он телепортирует вас и образец назад в муравейник. Телепортирует? Звучит интересно. Пожалуйста, поспешите, пока они не добрались до нас. Чудесный привет!
спасибо. Неужели это никто не снимает? Жаль, как вдова. Спасибо, я тут пробуду до четверга. Обращай. Да, образец с частицами у нас. Хэм, черт, где твой оперативник? Должен быть на месте. Мстители, скорее! Где частицы Пима? Надо возвращаться в муравейник. Им нужна наша помощь. Вы нужны на передовой. Держитесь, будет та еще поездочка. О, спасибо. Я доставлю их доктору Пиму. А что это за место? Эй, парень, может просветишь нас? А, это укрытие недалеко от муравейника. А, тоже мне укрытие. Не волнуйтесь, меня на всех хватит. Да, не ту сторону ты выбрал. Черт, дело плохо. Машина АИМ прорвется через несколько минут. Тогда надо ее уничтожить. Целитесь в патрубки на ногах. Отлично. Осторожно, опять поднимается. Цельтесь в глаз. Горячее сердце! Берегитесь, она включается. Боковые патрубки перегрелись. Бейте по ним.
осторожно, опять поднимается. Это ваш шанс. Цельтесь в глаз. О, мне даже перед становится жарко! Кажется, можно бить в боковые патрубки. Осторожно, опять поднимается. Машина отключилась. Вам нужно попасть в глаз. Попробую укусить. Игра окончена, ребятки!
случай распишись, Аим! Хм, сэр, я зафиксировал значительный телепортационный импульс. А, проклятие! Хэм, тебе нужно немедленно эвакуировать муравейник. Ни за что. Хэм, эта штука вроде еще не готова. Брось, Тони, что ты такой скучный? Не могу поверить. Сработало! Поздравляю, доктор Пим. У сопротивления теперь есть новое, весьма впечатляющее оружие. Они даже миленькие, когда такие маленькие. Спасибо, ребята. Я у вас в долгу. Спасибо вам за помощь. Я распоряжусь, чтобы необходимые вам частицы доставили на Химеру. Спасибо, док. Я знаю, ты меня не послушаешь. Но все равно, будь осторожен. Постараюсь.